Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. В продолжение нашей сыроваренной темы мы решили приготовить сыр тофу. Ну, сыр тофу вообще сам по себе очень интересный. Готовится он из сои. В частности, сыр тофу очень хорошо подходит веганам. То есть вообще никакой, получается, животной составляющей. Если вегетарианцы могут употреблять в пищу обычный сыр, то веганы не едят его по той причине, что он делается из молока. Так вот, сыр тофу как раз самое то. Помимо этого, из тофу очень классно жарить. Из тофу можно приготовить несколько интересных рецептов, которые вы в ближайшее время увидите на нашем канале. Так вот, решили мы приготовить сыр тофу. Собственно говоря, купили сою, вот такие вот бобы. Ну и потом Лариса мне говорит, что, оказывается, сои недостаточно, нужно соевое молоко. Естественно, у меня сразу же в голове представилась живая картинка, как я даю соевую корову и добываю из нее соевое молоко. Но все оказалось значительно более банально и просто, корову доить не пришлось, к сожалению, будем доить сою. В первую очередь полкилограмма сои, ну вот это вот полкилограмма, видите, здесь тоже было полкилограмма. На сутки мы замочили в воде комнатной температуры и оставили набухать. Далее нам понадобится блендер. Но перед тем, как начать работать, я расскажу, что нам понадобится из оборудования. Форма для приготовления сыра обязательно с поршнем. Для тофу желательно использовать форму прямоугольной формы, но прямоугольной формы у нас нет, у нас будет круглый тофу. Это на вкус никак не повлияет. Единственное, что когда мы, допустим, будем готовить карри с тофу, там будут не все квадратненькие кусочки, а какие-то будут полукруглые. Но на вкус карри с тофу это тоже не повлияет. Понадобится марлечка, ну такие вот штуки обычные. Вот такое вот ситечко с мелкой сеткой и обычный дуршлаг с кастрюлей. Итак, друзья, приступим к добыванию соевого молока. Будем доить соевую корову, как я говорил, у нас уже соя замоченная. Приступим. Нам понадобится любой измельчитель, в данном случае используем блендер. Я бы мог это сделать в большом кутере, в котором мы делаем колбасы, но что-то мне не очень хочется его насиловать, да и боюсь, что соя затупит ножи. Заполняем чашу блендера где-то объемом на 1/3. Вот смотрите, по объему блендера я засыпал сюда по рисочку пол-литра, ну, как бы не буду ее взвешивать, не знаю сколько это, в общем, по объему пол-литра сои и использую пол-литра водички. Начинаем доить. Через 2 минуты получаем первую порцию соевого молочка. Отбрасываем его через друшляк. Ну, не через друшляк, через ситечко. И процеживаем. Вот таким вот образом. В общем, надо его все выцедить, выдавить. После процеживания у нас остается в ситечке жмых. Отправляем его опять в блендер. Такой он достаточно густой получился. И продолжаем доить нашу соевую корову. Вот меня всегда удивляло, как из сои надоить молока и как баклажаны мечут икру или кабачки. Ну, с кабачковой икрой мы уже разобрались. Теперь осталось с молоком. Где моя крышечка? Опять добавляем сюда водички. И повторяем процедуру. Второй раз подоили соевую корову. Делаем то же самое. Все молоко пропускаем через ситечко, чтобы крупные частицы остались. В результате эту процедуру надо провести 3 раза. Сейчас я его процежу и еще один раз заправлю блендер. И как говорили древние китайцы, которые только на заре веков изобретали сыр тофу, Бог любит троицу. Я на рукожопил, как обычно. Немножко не с руки, это к камере делать. В третий раз отправляем нашу вот эту кашицу в блендер. Добавляем еще пол-литра водички. И измельчаем третий заключительный раз. Точно так же процеживаем молоко через ситечко.
И вот такой вот вид имеет наше соевое молоко, даже с пенкой. Пахнет, конечно, замечательно, как гороховый сок. Гороховый фреш. Но ничего, друзья, будет вкусный тофу. Смотрите, со всей остальной соей проводим точно такую же процедуру. То есть я загрузил, где там остальная? Вот, я загрузил только 1/4 часть. Сейчас перемаслаю все остальное. Думаю, наберется такая кастрюлька соевого молока. И продолжим. Итак, в результате удоя у нас получилось 4,5 литра молока. Вот весь жмых я собрал так в марлечку. И теперь его еще отожму здесь, что получится. Ни капли молока врагу. Всю сою на тофу. У нас сегодня день лозунга. В общем, так долго и нудно отжимаю то, что осталось. Вот теперь, друзья, у нас остался здесь соевый жмых. Лариса говорит, что это называется акара. Если кто-то помнит 90-е годы, тогда... Ну вот мы с Ларисой, у нас было такое не очень хорошее время, период, мы покупали в магазинах соевые котлетки, потому что это было дешево и сердито. Если помните, в магазинах продавалась куча всяких котлеток, фрикаделек из сои. Вот из этого жмыха теперь можно делать котлетки, фрикадельки, там, не знаю, наверное, можно яйцо добавить сюда, да, Лариса, или? Ну, вообще это как связующее используется в выпечке вместо яйца. Ага. В общем, и можно из него приготовить, там, даже бифстроганов можно приготовить. Друзья, ну не в этом дело, оставим эту... Вообще, оно невкусное и несъедобное, если честно. С молочка аккуратненько собираем пенку. Итак, друзья, далее 3 чайных ложки соли растворяем в пол-литра кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. Также приготовили 50 мл рисового или яблочного уксуса. Это на 4,5 литра соевого молока. Ну а по поводу жмыха, я так сказал, что он невкусный. Ну на самом деле это очень полезная штука. Там огромное количество растительного белка. И, ну вот, в частности, веганам этот жмых заменяет тот белок, который они недополучают из мяса, из другой белково-содержащей пищи. Молоко ставим на нагрев и нагреваем до температуры 95 градусов. Температура достигла 95 градусов. Добавляем в солевой раствор уксус. Кстати, скольки он процентный, неизвестно. 4,5 – это если рисовый, если яблочный, 6 – это у нас так в Украине, а вообще… Отправляем эту смесь с водичкой в молоко. Кстати, молоко только что попробовали, добавили немножко сахарка, реально молочко очень вкусное, так что не зря мы мучились с этой коровой. Ну и вот так реально можно пить. Но вот в Юго-Восточной Азии соевое молоко продается просто в бутылках в супермаркете. И опять сейчас температура упала, потому что мы добавили воды. Вот начинается уже коагуляция, начинают хлопья выпадать. Опять доводим до температуры 95 градусов, то есть догреваем его еще раз. После того, как сырная... Подожди. После того, как сырная масса набрала температуру, видите, происходит такая коагуляция, уже сгусток отделяется. Набрали температуру 95 градусов, выключаем нагрев и накрываем крышкой, оставляем на 15 минут без нагрева уже. Через 15 минут можем перекладывать тофу в дуршлаг, выстеленный марлей, для того, чтобы он стек. Ну, как сгусток схватился такой качественный. Ты говорила, отцеживать придется. А тут фактически, кроме соли же, ничего нету, никаких вкусовых добавок. То есть он будет совершенно чистый, получается. Ну, да, он сейчас нейтральный, безвкусный. То есть, в принципе, на этапе присыпания вот сейчас вот можно добавить каких-то. Там, если кто-то хочет, ну, именно с вкусовой сразу сделать. Не просто нужно. Если без вкуса сделать, то его потом можно уже при помощи приправ там сделать любое блюдо. Уже если вкусовой, то он только... В общем, перекладываем весь тофу в дуршлаг. После того, как сгусток выложили, сразу же в горячем виде перекладываем его в форму. И вот так вот, расправляем. Разминаем. Ну, в общем, чтобы он равномерно заполнил форму. Хоть мы его и будем прессовать, но желательно, чтобы, так сказать, структура сыра у нас получилась однородная, чтобы не было никаких там пустот больших.
Ну, так вот его выкладываем. После того, как переложили весь сыр в форму, покрываем его ковриком дренажным, поршень и пресс. Примерно 2,5-3 кг на вот такую вот форму. Оставляем прессоваться на 3 часа до полного остывания сыра. После этого продегустируем. Итак, тофу спрессовался, но единственное, что, друзья, через 3 часа я его не показал, к сожалению. Дело в том, что мы провожали дочку, и мало того, что я не успел вчера отснять окончание видео по тофу, так она еще увезла второй сырочек, поэтому остался у меня один. Но второй я предварительно, перед тем, как дочка его увозила, взвесил, поэтому сейчас взвешу этот еще не взвешивал. Тот весил 550 грамм, он был чуть поменьше. Этот весит 563 грамма. Ну, такой же. Значит, мне показалось, что поменьше. Итак, получается, из полкилограмма сои у нас получилось 1100 грамм сыра тофу. Логично предположить, что этот сыр стал весить меньше, потому что он сутки прессовался. Вот мы только что с Ларисой так подумали, потому что вчера нам казалось, что эта головка больше. Мы дочке отдали меньшую головку, а себе взяли большую. Итак, друзья, сыр тофу. Из него мы будем готовить несколько блюд, которые вам покажем. Блюда очень интересные. А сейчас давайте, как всегда, разрез сыра крупным планом. Вот так вот тофу выглядит на разрезе. Ну, а вот так выглядит сама головка. Самое классное блюдо из тофу, по крайней мере те, которые мне больше всего нравятся, это жареный тофу и карри из тофу. Эти блюда мы в ближайшее время приготовим. Собственно говоря, именно ради карри мы и заморочились с сыром тофу. Но я уверен, что с этим сыром есть очень много классных вегетарианских и веганских блюд. Сам он на вкус. Сейчас я вам расскажу какой. Я никогда еще не ел тофу вот так вот в чистом виде. Я его ел только в блюдах. Обычно мы в Азии очень много заказываем себе всякой еды с тофу. По запаху. Кстати, я говорил, мы попробовали соевое молоко. Я говорил уже, что оно продается в Азии просто в бутылках. Штука действительно классная. Если вам интересно, тоже можете приготовить, добавить немножко сахара. Получается очень интересный напиток. По запаху сыр имеет легкий запах сои, ну немножко похоже на вот такой вот очень легкий запах гороха. Дегустатор, иди сюда, кс-кс-кс. Будешь тофу? Давайте дадим дегустатору, кс-кс-кс. Иди сюда, иди будешь дегустировать. Ладно, не хочет дегустатор дегустировать, буду дегустировать я сам. Настоящий тофу. Вкус достаточно нейтральный. Что, не еда это? Это тофу. Вкус достаточно нейтральный. То есть, ну, можно сказать, что... Нельзя сказать, что он совершенно безвкусный. Он имеет вкус. Я даже не знаю, как его описать. Вот легкий-легкий такой какой-то оттенок горохово-бобовый, фасолевый. И вкус, вот на этом фоне, вкус творога. У меня погас свет. Техническая неувязочка со светом произошла, я прошу прощения. Так вот, он похож реально на растительный творог. Наверное, так. Ну, я не знаю, как передать вкус тофу. Если вы его когда-нибудь пробовали, то вы знаете. Если не пробовали, попробуйте приготовить. Его очень вкусно вот так вот в чистом виде. Он мне очень нравится с соевым соусом. Еще классно, ну, с устричным соусом, но это уже... так чуть-чуть заморочено. Очень классно он с острым соусом. Но все-таки самое интересное это жареный тофу. Поэтому, друзья, с удовольствием вам представляем рецепт такого необычного сыра. Мы с вами доили соевую корову, делали соевый сгусток. Но действительно это молоко, оно как-то похоже на, по своему составу на коровье молоко, потому что такая же присутствует фаза термокислотной коагуляции. Вы видели, как молоко свернулось. В общем, если вы хотите, можете приготовить тофу по нашему рецепту. Сыр специфический. Я не говорю вам, что он мега вкусный, но я просто не могу этого сказать. Сам по себе сыр. Он очень вкусный в блюдах. Вот в блюдах, в азиатских блюдах, это просто бомба. Поэтому, наверное, может даже, если вы никогда до этого не пробовали тофу, посмотрите наши видео, когда мы будем делать жареный тофу, когда мы будем делать карри с тофу. Я вам расскажу о вкусах этих блюд. Они действительно у меня аж
Я вспомнил вкус карри-тофу. Карри с тофу. И вот мне его захотелось. Ну, скоро будет. Поэтому посмотрите видео, и тогда уже для себя примите решение, делать ли тофу. Также, ну, в первую очередь, этот сыр, вот как бы, кому он будет просто необходим, это вегетарианцам и веганам. Это самое то. Ну и, конечно же, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой готовим для вас такие интересные сырочки, поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. Пока!